Сайты с открытием кейсов, на которых вас, скорее всего, обманут? Тогда тебе к нам. Различные акции, отсутствие комиссий, открытая лайф-лента и многое другое, что полностью доказывает нашу честность. Не веришь? Проверь сам и испытай свою удачу на elitecase.net. И снова, всем привет, друзья, с вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать на вызовы в Counter-Strike Global Offensive, дорогие друзья, и сегодня у нас очередной вызов. Я должен был выбрать один из ваших комментариев под прошлым выпуском, где вы мне писали про вызовы, также спасибо вам огромное за лайк и поддержку рубрики. Ну и, естественно, комментарий я выбрал и написал его в Arcade Channel. Шиморо, хочешь самый трудный вызов, не боишься? В топ, забинди W на ходьбу назад, S на ходьбу вперед, A на ходьбу вправо, D на ходьбу влево, сделай 7 хедшотов САК-47. Сделай 7 хедшотов с револьвера. Сделай 7 хедшотов с АВП, потом возьми дюал берец и выйди в топ. Ребята, вы хотите надо мной поиздеваться? Ну, раз вы хотите надо мной поиздеваться, что я могу поделать? Будем продолжать издеваться тогда. Ладно, движение вперед получается. У нас сейчас идет на S, да? Да, на V ходьба назад. Это у нас вправо, это у нас влево, да? S, V, влево-вправо. Ну что, поехали? Поехали, давайте посмотрим, ребята. Мы выбираем, значит, револьвер у нас должен стоять. Револьвер уже стоит. А новый ножик вам покажу. И должен у нас стоять... А все кроме револьвера, ничего. Дюал-баретты есть. Ну что ж, друзья, ищем катку и погнали. Это будет просто дичь на самом деле, потому что... С револьвера будет самое сложное, наверное, хеды набить, но мы постараемся. Ладно, поехали, друзья, ищем каточку и приступаем. Ну что ж, друзья, каточка у нас начинается. Вот он, ножик гамма-доплер, который не очень яркий. Так, к управлению нужно сейчас подпривыкнуть. Эсочка это у нас назад получается, да, вэшечка. Вэшечка это назад, эсочка вперед. Ашечка направо, на... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас, ребята, подпривыкнем, сейчас все сделаем. Ой, а как смещаться-то? Блин, я не туда смещаюсь! Подождите. Надо правее, левее. Ой, как тяжело. Все, ладно, я понял. Я понял примерно. Мы не будем просто торопиться. Мы сейчас сделаем эти саненькие 7 фрагов со всего, кроме револьвера. Револьвер будет очень сложно сделать, поэтому будем пытаться выполнить, друзья. Револьвер будет самое сложное. Блин, здесь обо все спотыкаешься. Обо все просто спотыкаешься. И это неприятно, сука, это неприятно. Да, ребята, сразу даже стрельба сбивается на эту тему. Реально. Так, хедик пошел первый. Нужно 7 фраженских сделать, да? 7 фраженских, 7 маленьких фражков для пацанов. Так, еще один фраженский есть, что-то здесь мне мешает. Нормально, нормально, привыкаешь. Правда, вот в стены долбишься. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ну, вот, еще один пошел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Откуда? Еще один пошел. 4 уже есть, да? Нет. Да, 4 есть уже, ребята. Еще 3, и потом будем с револьвера вовсю орудовать. Так, ну... Блять, как выйти отсюда? Вот тут пацан был внизу, там его убили, да? Да, его внизу убили. Очень тяжело выходить. Очень тяжело просто. Так, еще один. Еще один фражецкий есть. Что-то здесь боты какие-то опять бегают. Еще один есть. Ну чё, боты-то постоянно мне попадаются, ёптана. Так, давайте. Там пацаны опять на геймпадах какие-то играют, видимо. Еще один фраг нужно с калаша. И самое сложное будет с дигла... не с дигла, а с револьвера, ребята, вот это отработать. Это будет просто дичь. Что за хуйня? Бля, я бежал на него, хотел отойти назад, бежал вперед. Черт подери. Да, любите вы надо мной издеваться, ребята. Любите вы надо мной издеваться. Челленджи на издевательство просто какие-то. Что же, на то это они и челленджи, да? Еще один фраг. Все, вроде бы, я выполнил акусик. Сейчас мы умрем, либо добьем пацана. И, соответственно, можно будет уже с револьвером выполнять. С револьвером будет сложнее всего сделать 7 хедов. А это придется либо с левой кнопкой мыши отыгрывать, ёпта, бля. Пацан, стоять. Наводочка немножко сбивается из-за того, что ты постоянно думаешь о клавишах. Вот это неприятно. Так, хорошо, ладно. Все, у нас там есть кемперок говененький, да? Ну, давай я тебе хедшотик напихуячу. Оу, но не хед, ребята, но не хед, к сожалению. Ищем, короче, ищем жертву. Заряжаем вот так вот револьверчик заранее. И пробуем отыграть. Блять, мимо. 7 фрагов нам нужно надолбить вот в таком вот режиме с револьверчика. Вот, хэт пошел! Вот это был красивый, кстати, хэт. Здесь было четенько. А другой пацан, правда, прикрыл. Постоянно как пьяный, блять. Вот, еще хэт пошел. Два хэдшотика, ребята, уже есть. Я думал, это будет дольше.
Так, а там чё? А там чё? Тихо. Тихо. Два хедшотика. Так, теперь, блять. Да нормально, ходи. Кто там? Есть-то? Нет? Нет, никого нет. Бля, тяжело, очень тяжело, ребята. Так, сейчас. Сейчас вот так вот. Смещаться вообще практически при стрельбе невозможно. Значит, два хедика есть, еще пять нужно. Вот, блин. Еще пять хедчанских. Еще пятерочка. Еще петусик. Ну, сместись нормально. Тихо, тихо, пацан, тихо, блядь, Эсса-то вперед идти. На него пошел. Это пипец, это... Так, сейчас, ребята, сейчас сделаем. Сейчас сделаем, пять вражецких еще. Практически, блядь, не на него беги! Не на него беги назад! Блядь! Это пиздец! Да нахуй пошел, блядь, третий. Здесь я уже так не лоханусь. Так, третий фраг. Ребята, это просто пипец. Это так теряешься. Это просто без клавиатуры практически играть невозможно в CSGO. Навестись даже не можешь, потому что ты постоянно сбиваешься. То есть, как бы ты привык, что ты наводишь, допустим, при смещении куда-то в определенное место прицельчик. Соответственно, тебе становится легче, а здесь это полный. Вот. Пацаны, привет. Блядь. Бля. Мне еще два фрага, по-моему, сделать, и будет все довольно изи. А еще два фражка. Для моего рожка только бы запрыгнуть. Блять! Как это тупо, блять! Прошу прощения, меня так бомбит. У меня прям жопа разрывается, ребята, от этого вызова, реально. Это так просто бесит. Повернись нормально, В назад. Бля. Вот, еще хедик. Еще будет у нас хедик? Нет, еще хедика, видимо, не будет у нас. Так, тихо. Должен был выстрелить, но нет. Давайте вот так вот теперь побегаем. Просто дичь какая-то, ребята. Просто дичь какая-то. О, я, по-моему, перевыполнил уже. Все, нет. Давайте еще один на... Так, на смелость, ребята, сделаем. Еще один фражочек. Вот, еще один фражочек есть. И еще у нас там было... 7 хедшотов с АВП. Вот это будет интересно. У нас 4 минуты на 7 хедшотов с АВП. И еще и Дюал Боретос в топ выйти при этом. Ты че, чувак? Так. 7 хедшотов с АВП, значит, да? Ой, это пиздец будет. Просто стоять и ловить их на хедик, это будет, конечно... Блин, а я не привык отпускать клавиатуру, ребята. Вот, хэд первый пошел. Переключиться на нож будет практически нереально из-за того, что у меня кнопка не туда, ребята, стоит. Так, первый пошел, да, еще 6. Еще 6 хедиков. Еще 6, сука, долбанных хедиков. Савапочки. Пацаны будут здесь, не? Ой-ой-ой-ой-ой. Как это мешает. Ебать, я навестись не могу. Нахуй надо, блядь. Зачем я такие вызовы беру? Я как, блядь, краб просто. Навестись нереально без доводки. А без, соответственно, без смещения. Я привык постоянно со смещением нормальным играть. Бля, я выйти не могу. Нахуй, ребята. Нахуй такие вызовы, господи. Это боль, это просто мучение. Вот здесь я должен был попадать по пацану, да? Вот здесь попадаю, да, второй. Еще 5, там пацан реально на геймпаде. Резко навестись невозможно. Резко навестись, тебе не хватает миллиметража, потому что обычно ты доводишься как раз на клаве. Право-лево, все попутано. Вот еще, третий. Давайте, четвертый и пятый еще. Четвертый и пятый сможем сделать? Давайте вот так вот. Четвертый. Ну, почти пятый, братан. Ну, блядь, доведись ты. Вот пятый. У-у-у! А мне еще два. Мне еще два, ребята, с АВП. Это просто, блядь, да в стены не упирайся. Как же это бесит, ребята. Как же это раздражает. Вперед иди, это... Блядь. Вы представляете, да, всю боль положения? Да топ еще говорит, так таким же образом сделал Боретос. Да и вон меня зарезали даже, я не смог развернуться. Блять. Два фрага хотя бы выполни уже, а. Сделал Боретов ему дойти. Можно, в принципе, стоять на месте, но стоя на месте, ты не можешь доводку сделать по смещению. То есть вот еще один фраг, да?
А, то есть, если я буду стоять на месте, я не смогу... Хотя, если мозг подключить сейчас правильно, то все будет хорошо обрабатываться. Давайте попробуем... Ах ты, блядь, слева знал же. Тихо! Тихо! Блядь, заебал меня резать нахуй, пидорас ебаный! Прошу прощения, дорогие друзья, опять был не сдержан. А, хантит меня чувак, видимо. Мне еще один фраг нужно выполнить. Да, я его выполнил. И потом до топов Дюал Береттос, но я до топов Дюал Береттос не дойду таким образом. Давайте красивые фраги сделаем, давайте. Оба! Раз! Теперь не в хэд. Два! Давайте, просто с кривым управлением. А-та-та-та-та! Так, а Дюал Береттос у меня... Есть сувенирные дюалочки. Но вряд ли я с ними дойду до топа. У меня 298-378. Я не знаю, сколько мне нужно сейчас человек раскрошить, чтобы все это заработало. Все? Все стало легче, ребята. Я уже привык. Да заебал. Так, 322. Ну, второе место я точно займу, как бы, по моим ощущениям. Да уж. Второе место, да. Ну, второе место... Нет! Господи, ну в топ-3 войду хотя бы. В топ-3 войду, да? Нет, я могу не войти в топ-3, ебать меня! Да нет, войду. Войду в топ-3. Не должен пацан... Пацан, там 315 очков. Ребята, это нереально дикий вызов. Нереально сложный. Вот сами попробуйте тоже. Кстати, я вам сейчас докажу, что мое управление было таким же. S, V, D, A. То есть, чтобы вы не думали, что я там переставил и тут какую-то фигню несу. Тем не менее... Ребята, мы с вами классно провели... Я еще и в плюсовом счете отыграл, охуеть. Еще и с пингом таким, я не знаю, что, кстати, у меня с пингом в контре. Но в любом случае вам, друзья, огромное спасибо. Это было просто полное дичь, это издевательство. Спасибо вам за ваши вызовы. Как обычно, за ваши комментарии, за ваши лайки. Ну а с вами был Шиморо, и мы увидимся на новом видео. Это просто «Скажи нет управлению» называется. Ладно, в любом случае, всем пока, до новых встреч.